О других новостях города и области, которые обсуждали пользователи интернета, расскажет главный редактор портала «Девятка.ру» Дарья Михеева. Даша, тебе слово. Привет, Катя. Сегодня начну с происшествия. В Кирове микроавтобус сбил пешехода на улице Ленина. Авария произошла в 12:10 на регулируемом перекрестке. По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес» двигался от Тимирязева в сторону улицы Блюхера. Он совершил наезд на пенсионера, который переходил проезжую часть. 79-летний пешеход получил травмы. Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются. И еще одна новость о дорогах. В Госдуме предложили в 6 раз увеличить штраф за езду без полиса ОСАГО. Автором такого законопроекта выступил депутат Сергей Вострецов. Согласно документу, штраф за отсутствие полиса может вырасти с 800 рублей до 5000. Парламентарий объяснил, что многие водители предпочитают не приобретать ОСАГО, потому что сумма штрафа ниже стоимости полиса. Его идею уже поддержал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. В России употребление алкоголя снизилось на 80% за 7 лет. Об этом сегодня пишут федеральные интернет-СМИ. Данными статистики поделилась министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она добавила, что более чем на 40% в России удалось нарастить число активно занимающихся спортом, а также снизить распространенность курения среди взрослых на 22%, а среди детей и подростков в 3 раза. Кировчане обсуждают в сети первенство области по прыжкам на батуте. Соревнования стартуют 20 января. Они будут идти 2 дня в рамках личного чемпионата и командного первенства области по прыжкам на акробатической дорожке. В соревнованиях примут участие около 70 спортсменов из разных районных центров области. Парад открытия турнира состоится 20 января в 13 часов в спортивной школе Олимпийского резерва №1. Это были самые интересные новости сети за сегодня. Катя, передаю тебе слово.